какой суд вы затеяли? Четвертое. Ты носила и продолжаешь носить мужскую одежду. Вы скоро умрете, епископ. Я это знаю, стерегитесь. Я смотрела и... меня трогало, что это мое начало. I watched this film and I was deeply touched by the fact that was my beginning. Я как бы, ну не знаю, я, конечно, помнила, какая я была в то время. Obviously, I remember. Но не так подробно, как сейчас. Not in so many details. Я давно не видела этот фильм. I haven't watched this film for quite a while. И вот какое-то такое волнение именно от этого. This tremor of nervous tremor, which I experienced watching this film, really affected me. И для меня это все как-то какое-то время прекрасно. For me, it's a wonderful period of time. Жанна, заблудшая дочь наша, пожалуйста, подпиши. Зачем вы говорите со мной ласково? Я говорю с тобой так, как велит Бог. Бог добр. Бог, но не вы. Это поразительно, что время сохраняется в кино. How wonderful it is that the time это поразительно. Kept alive, и что я сейчас... когда я стала немного старше, and now, when I'm slightly, ever so slightly older, я видела, как начиналась моя жизнь. I saw how my life began. И я видела судьбу этой девушки. And I saw the fate of this girl. И я вспоминала, какая у нас радостная была работа. And I recalled how joyous our work was. Пожалуйста. Ирина Михайловна, столько ролей, столько разнообразных образов вами сделано и подарено нам. Что-то, вот еще что-то осталось у вас внутри, что из вас режиссеры еще не достали, а вы, может быть, все время хотели показать. И что-то еще хранится, что-то еще есть такое, мне кажется, очень многое, что они не достали. Правда. Еще есть... Есть резервы, да? Резервы есть, да. Жду предложений. Yeah, I'm waiting for proposals. Могу согласиться. Некоторое увеличение, она может еще много. Нет, я не могу сказать, что я устала от работы. И мне наоборот, во мне как бы вот этот голод, он сохраняется. I'm still hungry for work. Ну, может быть, это свойственно всем актерам. Maybe it's just a characteristic of any actor to be hungry for work. Но очень хочется работы. But I still crave но good work. Выбрать такую пьесу, которая бы... But to choose a play... Вот пусть Питер Морг напишет. Питер, please write something for me. Когда пытаешься дать определение, что такое звезда на экране, вот это такой блестящий образец того, как один человек перевоплощается, обладает талантом перевоплощения. По каким бы лицам ни панорамировала бы камера, она всегда вернется на ваше лицо. Perfect. If you want to, if somebody wants to know what is a star and what is an actor, если кто-то хочет понять, что такое звезда, а что такое просто актер, the film, надо посмотреть, the film is perfect. Надо посмотреть этот фильм. Это фильм самый подходящий. Надо сказать, что история оказалась не такой простой и легкой, как она кажется в фильме. В общем, надо было коснуться достаточно с пониманием чего-то главного, что касается Жанны д'Арк, но самое главное – представлять судьбу молодой девушки с фабрики на киностудии, такой как Мосфильм или Ленфильм, где снималась эта картина. И вот тут-то такие
необычайно важные сложности возникали. The story, но вообще фильмы такого плана были подвержены цензуре. What role the censorship played? Вы знаете, этот фильм цензуре не подвергался. Нет, но вырезали. Скажу, сейчас хочу сказать. Не, это все пустяки. Важную это сцену. Пустяки. Все дело в том, что сценарий был утвержден в Государственном комитете по кинематографии. The State Cinema Committee approved the script. И мы счастливые сыны поехали отдыхать. А когда вернулись, выяснили, что сценарий не утвержден. They canceled the approval. Приехал главный редактор. The editor-in-chief came. Ирина Санна. Ее звали такая... умная, живая, как интересная. Ирина Александровна, the person's name. She came back. Она говорит, ну почему Жанна Д'Арк? Why do you need Жанна Д'Арк? Why? Why? What's the пусть будет Мирандолина. Let's do Мирандолина, not Жанна Д'Арк. Сами понимаете, что тут я встал. So you can imagine what решительно my reaction сказал. Was. Это невозможно. Under no circumstances. Но тем не менее нашлись и другие люди, nevertheless, there were other undercurrents, которые решили, что это. Ну, а аудиенция — это для меня абсолютно новые ощущения. Я... Audience is absolutely new feeling for me. Конечно. Это как мне так кажется, что это новый, ну, не этаж, а это движение. Новое движение. Я для себя открывала какие-то уже вещи, но вообще мне нравится моя работа в этом спектакле. Знаете почему? Вот именно из-за того, что я открываю какие-то новую историю. Because every time I discover a new story in the play. В себе. And in myself, sorry. Потому что, ну, например, мне очень важно, о чем она молчит. It's very important for me to know Elizabeth. What her silence is all about, not when she speaks. Когда But ведет беседы silence, с премьер-министром. The meaning of her silence, of pause, of beat. Боже мой, кто это придумал? Иван Глебович. Ваня. Иван Глебович. Я и мои друзья. Спасибо. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ильича. Happy birthday to you. She's a jolly good fellow, for she's a jolly good fellow, for she's a jolly good fellow. And so say all of us, and so say all of us, and so say all of us. For she's a jolly good fellow, for she's a jolly good fellow, for she's a jolly good fellow. And so say all of us. Hip hip!